Подожди, пока не сейчас капусту помою. Все, давай, начинаем. Всем привет! Сегодня мы будем готовить капусту. Видео для тех, для любителей капусты. Кто капусту не любит, до свидания. Блюдо для чередования и для всех последующих этапов. Ну и вообще для любителей капусты очень вкусно, мне очень понравилось. Значит, нужно взять капусту, такую крепкую, небольшую желательно. И мы сейчас ее порежем на ломтики. Так, значит, еще нам понадобится растительное масло. У меня оливковое. Буквально 2 столовые ложки. Соль, перец, красный перец сладкий. Вот он нужен обязательно, он такой как для украшения даже. И дальше уже по желанию. Можете взять сухой чеснок, можете взять свежий чеснок, как хотите. И нужна будет кисточка, чтобы смазывать. Вот если встретите вот такую ерунду, не покупайте. То есть здесь вот принцип, что вы сюда заливаете масло, и потом вот так все это замечательно вы смазываете. Начинаете смазывать, масло протекает, в общем, использую просто как кисточку. И у меня здесь еще сванская соль, она такая вкусная, ароматная, мне очень нравится. Спасибо, Юра и Жанна. Все. Начинаем. Значит, капусту нужно порезать ломтиками. То есть, жопку отрезаем. Ну, ее потом используйте в салат. И вот сантиметра 2 толщиной отрезаете круг такой, кружок. Раз. И 2. Готово. Теперь солим. С двух сторон. Так, можно втереть. Дальше перец. Это все дальше по желанию. Какие приправы вы хотите. Вы можете тмин добавить. Я не знаю. Ну, в общем, все приправы, какие вы хотите. Эта капуста, она готовится в духовке. Духовку мы уже включили 180 градусов, она нагревается. Теперь посыпаем чесночком с двух сторон. Все делаем с двух сторон. И там в процессе готовки, готовить мы будем где-то примерно 40-50 минут. В процессе готовки, если хотите, можете перевернуть. Там половина времени пройдет. 15-20 минут и переварить. То есть смотрите духовку. Духовку я поставила 180 градусов. Ну и сванскую соль. Не забывайте, что вы уже когда посолили, ну как бы думайте о том, что сванская это приправа, соль, она соленая. Я ее буквально вот, ну прям совсем чуть-чуть. Она такой аромат дает приятный. Так, теперь я, наверное, переложу на противень, чтобы маслом смазать. Это у меня силиконовый коврик. Если у вас нет такого, противень застелите пергаментом. Застелите обязательно, потом мыть не надо будет. Вот, смотрите, у меня здесь вот, ну, даже, наверное, 2 столовых ложек нет. То есть это для тех, кто говорит, что на дюкане масло нельзя. Масло можно. И смазываем этот ломоть. С одной стороны переворачиваем. И с другой стороны. Это, вы знаете, капусту вот так готовить, это вот проще не бывает. Вот очень просто. И вот на самом деле, вот любители капусты, вот попробуйте, не пожалеете. И дальше мы посыпаем красным перцем. Чуть-чуть с одной стороны. Вот перец обязательно посыпьте. Будет такая красота у вас еще. Вкуснота, как говорит одна девушка на просторах YouTube. Вкуснота и красота. Напомню, что это сладкий перец. Все, ставим. Вот сейчас я поставлю минут на 20, а потом переверну. Итак, прошло 25 минут. Вот смотрите, старайтесь, чтобы вот кончики у вас не отходили. Видите, они становятся очень зажаристые. Так, и мы переворачиваем. Вот так. Вот так я переверну. И я еще, наверное, насыплю сюда красного перца. Ну вот, уберу я, наверное, этот лист.
судя по твердости, я думаю, что еще минут на 20 я поставлю. Итак, прошло в общей сложности 40 минут. Капуста готова. Мы ее сейчас переложим в тарелочку. Вот так. Значит, смотрите. Здесь у меня котлетка куриная, капуста. И здесь я сделала это греческий йогурт с чесночком, зеленью. Можете тоже перчик добавить. Вот такое блюдо получилось. Очень вкусное. Любителям капусты просто незаменимое. Приятного аппетита. Худейте с удовольствием. И еще я хотела вам показать. Сегодня видео одной девушки сделало наш день. Вот просто... Сейчас даже включу вот на секунду звук. Индира Задира. В общем, посмотрите, нам она очень приятна, у нее там немного видео, там в основном какие-то рецепты, там на даче, еще что-то. Вот очень прямо в душе нам мне этот человек, очень позитивная, просто талант, я считаю, что талантище. Значит, ну все, да, пока.